О, давно зимы и вообще на семье ни разу не играл. Да, я второй раз играю. Ждем, ждем, И рад. совпадение версии Windows 7.0. Давай, проваливайся. Есть. Вы слышно на меня? Что-то глючит рация, мне кажется, да? У кого вот этот юзер отключить? ЛЦ на ДВ. Слышно? Вока на ДВ. Давай, РБ на ДВ, проверка связи. Слышно? Вообще, у меня рация работает, когда пишет на совпадение версии. Мне то же самое. Работает, работает. Да это просто это на сегодня. Я ругнулась сейчас на рацию. Закрой ее. Опять они дождь не убрали. Как слышно, прием? Нормально слышно. Все нормально, это... Ага, я сижу, я честно. Проверка какая-то. Ну, может, это ясно? Хорошо слышно. Хорошо слышно. Ждем-с, когда отлагает. Это не лаг, это карт фристайл. Ну да, вот фристайл. То есть 9.7 версия работает, да, здесь? Я же говорил о КСе тут. О, да. Все, отлагал. Рамирос. Точнее, фристайл. Дай медицину. Рамирос. Ах ты падла. ГПшками. Так, все идем к мосту на кромку зоны. Бля, у меня рация не включается. Капслок, капслок, нажимай. Слышно. И настрой потом микрофон, чтобы так, чтобы он не это не выдавал. И вот этот user often change, чтобы тебя тоже отключи потом. А как рацию мне достать? Рацию тебе не надо доставать, ты ее на капслок нажимаешь. И... Она у тебя говорит. На И нажми, она у тебя есть там в менюшке. Кому объясни? Фарлак. А прицела нет ни у кого? Прицела нету ни у кого. Точнее, у меня есть прицел, но я сам буду смотреть. Посмотрите, у Нестора РПК! РПК! И прицел! Офигеть вообще! А чё ты хотел, понятно? Бля, где мой звук вообще? На единицу нажми. Чего к нашему парню подстраиваешься? А, Варлок, дай медицину. На единицу или на двойку нажми. Хага, не свой ствол, бегом. Ствол, бля, на пол, бля. Кому дай, сама опасный ствол. Вот, видишь, ствол. А тут ботов нету? Нет, здесь ботов нет. Тут все игроки, с аккуратней. Нет, мне нужно забрать что-нибудь, карту или еще что-нибудь. Карта нам не нужна, мы здесь все находимся в зоне. Здесь зона, вот она, вот. Вон дамба, вон, смотри, вон туда. Вон прямо. Рамирос. Видишь, вон там дамба. Рамирос. Распределяемся здесь. Лесочек, вон вниз можно спуститься. С той стороны. С той стороны тоже. Тут распределяемся по зоне. Блять, у меня TeamSpeak вылетел. О, Варлок, дай медицину. Я тебя слышу нормально. Кому дать? Варлок, Варлок, дай медицины. Да, кому дать? Не надо, оставь себе. Внимание, деление. Скорее всего, трассеры, а, трассеры слышь, не работают. Куча. Лично сломали трассеры, скорее всего, видны не будут. Имейте это все в виду. Видите, какие каски у нас? Круглые, как у мотоциклистов, а у американцев, ну вы поняли, какие каски будут. А, так, говорят по штабу, что у них трассеры не работают. Возможно, работать не будут. Так что смотрите в оба. Шутер, тебе показать, куда тебе бежать? Покажи. Пошли. Конечно, мог бы и здесь остаться также. Короче, видишь, смотри, дамба. Перебегаешь дамбу, с правой стороны находится этот, как раз, куда тебе надо. Вот тут вот, с правой стороны. Увидишь. Дамбу только перебегаешь. Понял? Давай, дуй. Чем, да, нажимаешь на правый Windows? Нет, на правый Windows.
Рамирос, ты меня хотя бы в рацию слышишь? Так, ну что у вас там? Все нормально? Кнопки меню CSE. Дальше. Open Action меню. И забинди любую клавишу. Забиндил. И... Медика у меня есть. О, сука. То, что забиндил, открывай. Кто? Так, Нестор, ты прям отлично, я думаю, будешь видеть. А, все, вижу. Понял? Нестор, слушай, надеты. Может быть тебе, знаешь, что, может куда-нибудь вот сюда тебе как раз и сесть вот под эту елочку, например. Видок какой. На пулемет с пулеметом, блин. Как думаешь? Или у кого? Да, вот он на страхе по центру. Кто-нибудь пишет? Нет, форум шутер. Я пишу. Чё? О, господи, все, форум пишет. Блядь. Ну ты, нет, на островке тебя там убьют. Ты под елку ложись куда-нибудь, чтобы тебя не видно было. Они попрут, скорее всего, вон оттуда, вон. Как раз куда я смотрю. Возможно, сзади обойдут. Так что так, чтобы взорвать должны... мост, на него надо зайти, правильно я понимаю? Надо зайти с помощью меню. Есть в меню такая, ну, хуйня, заложить C4. А чё, у нас уже один погибший, что ли? Смотри, там птичка на одном месте. Плейс там есть, плейс, понял? А, нет, не погибшие, просто что-то. Я просто к тому, что если на мосту лечь, тут есть одно место, можно двоих лежаков послать, они будут лежать и, ну, две стороны смотреть. Вот. Так, там гранатами закидают. Смотри, кто если вот с этой стороны будет лежать, вот, например, под этой елкой. А, ну да. С правой стороны там ЛСИшники, аккуратнее, смотрите, главное... Что, в принципе, и было в прошлой игре. Так, остальные давайте распределяемся. Я пойду тогда в другую сторону смотреть, на всякий пожар. Карты у всех нету. Если карты нет? Карты нету, Форан, вспомни. Только у тебя и у этого, блять. Так, Варлок, давай я тебе дам карту как медику. Ты медик у нас? Да. Иди ко мне, подойди, я тебе дам. Так, возьмешь сейчас. GPS возьми у меня из ДВшки. Сейчас. Будешь... А мне только GPS, да, я карту оставь. Да, я так и сделаю. Потому что ты как видишь, должен знать, где наш. Слышно. Так, видишь, распределяйтесь здесь, смотрите, не забывайте. А, еще вот по дороге могут проехать. Возможно. Так что смотрите тоже внимательно. Иди за мной. Или даже на противоположной стороны моста, да? Слушай, а можно залезть? Тебя там снимут, убьют. Толку от того, что тебя там снимут. Давайте, знаете как? Давайте распределяемся как? Чтобы у одного была оптика, у второго, например, пулемет. У кого еще оптики есть? Еще раз подаю, скажите все. На пулемете есть оптика. Да я вижу, вот у... ДХ, на связи, на ДВ. У Нестера тоже. Нестера тоже, да? Так, короче, говорю, давайте... Ой, у Квина нет. У тебя нет прицела. Бинокля нет ни у кого? У меня дальномер есть. Нормально. Ну ты тогда смотри, так. Так, а ты где сидишь? А может сейчас кого-нибудь к себе отправим? Пулеметчик его. Пилу чего он отправит сейчас тебе. Где мост? А, мост, смотри. Тоже. Мост вон я там он. Вот по дороге прямо, понял, видишь? Понял. Вот там мост. Армор бегает. Спецназ, ты где сидишь? У кого дальномер? У спецназа. Я бежать. Всем удачи. Спасибо. Не пуха. Пил, иди сюда. Иди со спецназом. А, это не. Нестер, иди я сюда. Начало моста. Я же говорю, моста, ты у меня на месте моста. Стоишь. Варлок, спецназ и шутер на месте стоят. Ебать. Нет, все нормально. Ты сам бегаешь. Я говорю, только ты стоишь. Так, ладно, армор, пошли со мной тогда. Вот армора я вижу, как он двигается. Все остальные...
Не вижу. Разделитесь по это. Нестер, бери пулемет, ложись где-нибудь. С собой бери бойца без этого, без. Я с Нестером пойду. Ну давай, Варлок, иди. Варлок, веди меня. Куда бежать? Иди за мной. Я тебя не вижу, прием. Пошли здесь. Сейчас. Направо пошли. Иди, направо. Где ты? Пошел направо. Стой, назад, развернись. На 140 пошел. Так, еще развернись. Еще. Смотри, вот, смотри. И беги туда. Так. По дороге беги. Смотри саму воду. Теперь я бегу на 300. Вот, и беги, смотри, беги, беги. Вот тут, ту сторону, видишь? В лес беги. Фармер. Да. Беги на 270. В общем, маневренная группа вперед, которая на третью точку ехала, там у них уводить, походу, рвануть. Слева, видишь, тебя мог. Тогда мы на третью точку уводим. Немного. Выбери позицию себе такую, чтобы и берег тот видеть, и мост видеть, понял? Короче, вот эту воду. Валка, мост? У меня мост не с... А, ой, вот, берег, вижу. Вот, тот берег смотришь, видишь? А, Форан, можешь метку поставить на мне? Напиши задний вход, растяжка, подъем наверх, растяжка. Да я сейчас перезайду туда. Форан? Давай, слышу, я возле слышу, тебя. Я сейчас поставлю. Форан? Слышу тебя, ты меня ничего не слышишь, что ли? А, вот теперь слышу. Поставь на карте метки, что задний вход, ну, к моему дому, растяжка, подъем наверх, растяжка. Ты куда, Нестик, бежишь все дальше и дальше? Спрятался. Вот тут позиция на горе, огонь, давай перезаходи. Так, у нас минус два УАЗика уже. Чё случилось? Обстреляли вас там, что ли? Или взорвались? У нас минус три УАЗика, уже разбились об деревья. Шутер, ты на своей точке? Да. Понял. Ребята, объезжайте, не ломайте деревья. Это не арматриру с деревьями ватными. Если ну чё, я ещё не поднялся, я пока растяжку устанавливаю. А вы видите метки растяжки написано? Растяжка, растяжка. Да, видим. Все, наверное. Ты даже, знаешь как, вот так вот ляг, прям в дерево залезь. И ПДВ передай, вообще на своем сказали. А, там уже обе машины живы. Как у нас только одна машина была. У нас все один УАЗик по дороге взорвался какой-то. У нас три УАЗика все взорвалось. Пахнет перезапуском. Это ДХ, у нас половина отряда погибла прям на старте. Я понимаю, в деревьях. Да я просто Варлок, докладываю. А тот чувак на самом верху был? А, правильно, на самом... зачем на УАЗиках в деревья въезжать? Они не в дерево въехали. Прием, штаб, у нас столкновение, мы уже херачим их. Лодка под обстрелом. Все три УАЗика были в поваленных деревьях, которые взорвались. Дальше нет, не беги, там ловсишники. На лодках плывут к острову. Три отделения потеряли. УАЗик. Ну, УАЗик. Так, кто, чей доклад был? Это у кого ПБН. Принято, подавляйте их. Выставляйте вперед расчет пулемета, ПКМ, и давите вообще метки, все, что видите. Метки на какой остров едут, поставьте, кто их хреначит там. Сейчас, метки будут. Они тут разделились на две основные группы. Это наши УАЗики, если что. А, внимание, ЛС, укрепляйте, скорее всего, с запада через вас пойдут. Рассовывайте побыстрее бойцов. А, пятый на связь? Возможно, пятый на связи. Давайте как можно быстрее занимайте свои точки. Мы уже заняли, они с южной стороны. А, метка стоит, метка стоит. Метки стоят, две метки от меня. Это ДХ, наблюдаем высадку на... На юго-западе от нас. Принял ДХ. Метку. Штаб ТЛЦ, мы на своей метке. А, шутер, смотри. Принято, ждите, быстро расставляйте, ждите столкновения. На юго-запад смотри. Оттуда... От всех прошу максимальной эффективности. У нас как минимум три УАЗика с людьми сгорело по дороге. Там высадились. ДХ, на вас откуда идут?
Кто по пятому огонь открыл в месте пребывания? Подтвердите, по пятому свои стреляют. Сделал метки на карте, мы пока только перестрелку видим. Внимание, кто ведет огонь по точке пряжи? Юг зоны, узкий пролив между двумя островами, туда не стрелять. Там свои пока только. Или синим? ВТФ на связь. На связи. Будьте готовы выдвинуться в поддержку ЛС, если с запада будет атака. Принято. Если что, выдвигаемся в сторону. Там на связи, ноги еще плывут. Выходите, Содок плывут. Скифы штаба. Скифы на третью точку там едут. Там прут уже. Принято, давайте быстрее, укрепляйте ББшника. Говорит ОСА, у нас много врагов высадилось на западе от нас. ББ, внимательно, они скоро к нам будут. Нестер, ты куда съебнул? Сейчас сзади стрел. Варлок, Нестер, с вашей стороны. Скифы, флангуйте либо севера, либо северо-запада места высадки. Не идите точно на метку наших. ВТФ, метки на своих красным цветом, не синим. Принят. Красным цветом на себя, красным, Варлок. А чё бы ты за синим поставил? Это на врага он поставил. Пятый, зачем вы переместились на берег? Вы сейчас под огонь своих попадете с противоположного берега. Мы просто сидим на соседнем острове, здесь же сидим. Да ладно, принято, ты... принято. Дальше не идем, дальше не идем. Принято, понял, встречайте их. РМС на связь? РМС на связи. Укрепляйте пятых. До 11 высоты спуститесь южнее, посмотрите, что лорд югом. И укрепляйте пятых. Принял. Это РБН, мы на месте. Внимание, предупреждаю все подразделения. ТВ чешевание частот нет. Если вы теряете командира или не знаете, где ваш ТВ рапы, сразу сообщайте штабу. Видим лодку, лодку видим. Стреляй! На 225, но надо лишь карты нет. Точно так, захватили ТВ врага, транслируйте штабу, передавайте либо метка, либо голосом частоту противника. А как они там очутились? Там же заливчик. Я через озеро вижу. А, через озеро. Там аккуратно стреляйте, там ДХшники. И метку на себя поставьте в красный канал. Тут-то, блядь, наоборот, вот. Синий канал, красный. Скиф и метку на себя проставьте. Сейчас ставим. Отделение на старте сгорело 3 УАЗика. Доложите, чьи отделения сгорели. Кроме ДХ, ДХ я уже в курсе. У ББ одно отделение сгорело. Сгорело отделение РБН. Принято. Половина состава. Штаб, какие задачи у нас дальше отступать? Это ББ. Кто называйтесь? ББ, скифы, я же сказал, обходите с севера противника. Зачем вы поперлись на точку ББ? Мы уже там были, мы сейчас обходим. А, принял. Уходите севернее. ББ, отходите на восток, примерно до 7 высоты восточных скифов. Пусть противник идет за вами. Скифы, давайте с севера организуйте засаду и перекрестным огнем уничтожайте. ДХ, ваши наблюдатели южную метку видят, ББ, на острове? Метку видят. Мы наблюдаем, там кто-то по лесам шляется, и понять не можем, свои или чужие. А своих в лесах нет. Пятые сидят на берегу возле принял, пролива. Своих в лесах нет. А, ставьте работать. Тогда метку. Корректируйте метку, чтобы пятые знали, как к ним подойдут. Пятые сидим, ждем. Принял. Пятые, в леса западнее не уходите. Там уже возле вас буквально в 100 метрах, в 300 метрах. Будьте внимательны. РМС, на связь. Вы сейчас на 11 высоте или уже к 5 идете? Метка у нас актуальна.
Принято, обходите южнее, переправляйтесь через пролив, там есть у вас, и по югу обходите, заходите в спину противника с пятыми, только не с запада заходите, а с юга, чтобы вы не, друг друга не перестреляли. Принял, принял, принял. Так, у нас на мосту только ВТФ осталось отделение, все остальные разбросаны. Мы ЛЦ отправили одного снайпера нам. Принял. Замочили кого-то уже. Чего говоришь? Да нет, здесь труп. Асад, БГ, я потерял, доложите. ВБ 4 человека осталось. Принято. Дальние рации не потеряли ни одну. Возможно, потеряли. Лучше сделать сдвиг. Принято. Внимание всем отделениям. Сдвиг дальней рации по частоте АУКС в брифинг. Повторяю, все отделения. Сдвиг на следующую частоту дальней рации. Частота в брифинге указана. Скиф, аккуратнее. Мы к вам, к вашим позициям подходим. ББ. Точнее, мы уже отходим здесь. Севернее, отходим севернее. Принят. Пока тишина. Юго-западное побережье, враг идет. РБН на частоте. Принято. РМС на частоте. На юго-западное ЛС побережье, враг идет. РМС. Примерную метку поставили, пока борются. Принято, и там сейчас как раз РМС должны встретить. А пятые, а пусть один боец ну, выйдет на частоту РМС КВ, скажет, что ДВ сдвинулось, и предупредит их о противнике. Чего говоришь, Фил? На юге стрельбу слышал. Их частота КВ есть в брифинге. Алса, на связь? Скиф, проверка ДВ. Слышно. ББ штаба. На связи. ББ, выйдите на частоту осы на короткую, пусть один боец выйдет. Пусть перейдут на ДВ, если они уничтожены, доложите. Принято. Скиф, что? Скиф на ДВ, дальше еще не продвинулись далеко. У нас раненый. Лечим его. Скиф, Минков, найди себя. Это ДХ, наблюдаем на юго-западе от нас еще одну высадку противника в количестве 8-9 человек. Отца, вынул возьми. Так точно, просто не видно. Навели метку, высадка противника. Принят. Пятое, как у вас дела?
5-й штаб. РМС штаб. А, шутер живой? Ага. Шутер, это ты маслишь, пацаны? РБН штаб. Нет. Будьте готовы, возможно, 5-й с РМС унит. Приняли. А, ВТФ штаб. Так, на связи. ВТФ, оставляйте пулеметчиков на северной конечности моста, пусть контролируют мост. Все остальное отделение смещайте в сторону РБН, занимайте оборону. От тебя что-то примерно зиму 280. Форан, тросселя ебашут нахуй красные. Надеичев ебашут. Блин, Арбор, пошлите. Со стороны, знаешь откуда? С запада ебашит тресселя. Фил, Варлок, тоже. Куда? Идем на ту сторону к РБН. Занимать оборону. Через плотину или как идем? Плотину. Че, на юго-восток идем? Да. Шутер живой. Садкис на юге, а нас слышим многочисленные выстрелы. Разрешите на юг сместиться. А, принято, у вас там противник, да, вы ему уже будете заходить либо во фланг, либо в тыл. Главное, не попадайте под огонь ББ и АСУ. Желающие есть, один стрел, приняли, пулеметчик, останьтесь, вскрыть мост. Отцарь, ББ, двигайтесь к вашей позиции. Остальные бежим в Москву бежим. Обновили карту, наблюдаем. Снег, данные. Много пехотинцев. Кто говорит? ДХ. Я 8 дамбов. ЧП, смещайтесь восточнее, на восточную часть перешейка. Будьте готовы отстреливать тех, кто с запада будет заходить. Шут, на РБ. Красный крейсера вижу, блядь. ЛС на связи. Я сказал, запад от красных крейсера и ебашут на пожар. По дороге заходите на кучу мест ЧП, прочесывая лес к востоку и к западу. Это СКИП, по нам открыли огонь на нашей точке. Штаб, принято, уходите. Отойти не можем, отойти не можем, вступили в плотный бой. Принято. Фаран, тут УАЗик стоит. Перебегай этот остров, ой, оттуда, блядь, дамбу. А УАЗик? Дамбу перебежал возле УАЗика сейчас. Пацаны, не подходите к этой, к пожарке, она тут растяжки я установил. Там РБН еще около тебя прям. Я не знаю, не знаю. Значит, задний вход, растяжка Тихо, и подъем наверх. Тихо, растяжка. Тихо, если будет совсем все плохо, пусть последний боец метку ставит, чтобы погибли. Все приняли, да. На 50 уходим, быстро. Перебежал дамбу, возле вышки стою влево. Понял. Так, бери двоих, Нестора. И дуйте... Нестор остался на позиции. ДВ, проверка. Понял. Точно. Так, я думал, что кого-нибудь еще идут, вот эту горочку, помните, нас тут раз обстреляли? Перестрелки жестко. Принято, на живые. На радио маяк. Черт, да, у нас человека 3 убили, но отряд живой, вот мы на своей актуальной точке и держимся здесь пока. Принято, дальше, а пятых там не слышно на севере? Пятых слышно, что они бой ведут, но визуально мы еще наблюдаем. У нас остальных по берегу идет. Принял. Нет, мы на другой стороне. Постарайтесь все-таки в тыл противника зайти. Постараемся такое, можно будет пройти, постараемся зайти. Принял. Наблюдаю вышку и высокое здание. Шутер, я твою голову видел. На самом верху сидишь, да? ЛС штаба. А ЛС, ты где, да. Давайте быстрее двигаться. Метку в МТП видишь? Двигаемся. Так точно. Вот там я и сижу.
штаб это скиф, потеряли одну из ДВ. Мне метка осталась. Так, точно. Принято. Внимание всем отделениям. Сдвиг по ДВ до третьей частоты. Это ДХ, можем зайти к отделению пехоты. Диммерку поставили. Здесь растяжки, ёбать. Пробуйте. Если на 100% вы уверены, что подавите. Занимай тут, ёлочки. Смотри туда. Слушай, а что, они сами не могут, блядь, вытащить? Кого вытащить? Затащить. Не знаю. Шо ты ржой? У нас 3-4 отделения потеряли. Как так? На машинах, по привычке, стали эти... сшибать. Да, да. Деревья. Кто тебе жжет? Наши? ДВшка, видишь? Возле УАЗика на 200. Я мы не меняем. Понял тебя. Штаб, пока мы в остановке по правильской. Ползык на 2. А шутер сидит на... Да, да, да. На самом курты? Нет, нет. Закин. А то я вот путаю. Че, Альфа еще жив? Да, лежит. Давай удачи ему. На растяжке не разъебись, спец. Блять, да здесь везде, блять, растяжки, ёбаный в рот. Я вышел, блять, по острову, кто-то на перебегает. Лежит. Форум, тебе видно? 260, кто бегает? С антенны. Кто-то бегает по правилу, блять. Это ЛСИшники могут быть, у них там метка. Даже через оптику не лежать, пожарки все заеду. Мистер, у тебя справа кто-то бегает, метров 300. Да, я же говорю. Там еще кто-то бежит. Там были лучи. Кого смотрите на стволы, каску. Да непонятно. Расстояние там огромное. Я нахожусь возле Вышкина, вижу в сторону, короче, в сторону... Ты мост перебежал? Он возле пожарки. Я возле пожарки, возле Вышки. А, ты же... Волчик, увидишь, Нестинг, кто это? По метке это ЛС. Вольди Критка стоит, там два наших бойца бегают. Метка ЛС еще. Ну, вроде там один бежит с этим. С РПК. Бля, далеко непонятно. Ну, каски белые. Хорошо, наши. Пока мне приходи, умрешь. По камням вообще никто не ходите, засапывайте. Кто-нибудь восток смотрит? Может, нас обойдут просто с востока? Есть кто наши на востоке там? Внимание, все переходим на частоту вслед. На карте есть какое-то отделение на востоке? РМС должно быть. Они прям по берегу бегут? Да. Блять, трассы в нашу сторону летят, в сторону моста, но наши трассы. Нет, ты видишь меня? Нет. Лектор? Похоже, скиф кончился. А так? Нет, вообще перестрелки идут. Я не понимаю. Я напротив тебя на другом острове. Перестрелки идут на позиции скифа Б. Под елочку? Да. Тогда серва попал, что ли? Нет. Что-то у меня арба на одном месте. По елочку он был. Отделение старое место по удалению ДХ. Арба живой. Он, кстати, периодами бегал на одном месте. Бен, будьте внимательны, возможно, ДХ уничтожен. К вам приняли. Двигается до отделения противника. Да, он вылетел. Форан, ты видишь тех на той стороне? Да, вижу его пару раз. Я понять не могу, кто. Даже в оптику смотрю, не могу. А у кого бинокль, спец? Чё? Бинокль у тебя? Дальномер. На тот берег можешь глянуть? Там свои были. Точно? Напротив пожар жив. Они в зоне идут, нет? Я возле пожарки. Возле УАЗика уже почти один. Смотри на каску, каску посмотри, если камуфляж, значит мочи. К мосту
сейчас вы. Возьми УАЗика, да? Они к мосту выходят уже? Ну, в присяд украдутся. Я контролю мост, мост контролю. Мои метки ровно на юг, на остров. Мост контролю. УАЗика лежит свой. Он мертвый, возле УАЗика лежит мертвый. Я здесь в кустах. Принято. Над УАЗиком ближе к вам. Там, это ЛЦ, я наблюдаю отделение. Какое-нибудь отделение в дамбе идет, нет? Возможно, если отделение чехов идет отделение. Возможно, они с ДХ завязли свою. Неизвестно. Вы про северо-запад говорите? Да, ДХ последний нахватывает. На сет. Видим ДХ, они ушли с шейка на юг. Выдвигайтесь на 10-ю высоту на перешейке. Контролируйте. Нестор, смотри на карту или на ствол. ДХ на ДВ. Принято, как вас зовут? На вашем острове, но они смотрят на юг. Ищет по лесу. На нашем острове наши. От места новой. Принял. На вашу 10-ю позицию. Если вызывать, это наши. На твоем острове есть что? На моем нет. ЛС выдвигается, будет вас прикрывать оттуда. Там ветер сильный, они оттуда не добьют успеха в этом мероприятии. Ну, по крайней мере, ПНР подбивают. На юго-западе КП. Ветер с юга, они будут против ветра стрелять, так что просто с упреждением разберутся. Как там баланс силы? Шутер, ветер северный, умеренный. Ой, с юга ветер южный, умеренный. А, БП, отца, внимание, там скипы сильные, живые, отходят планы. Лучше скажи, как там войска вражеские близко уже или что? Нет, еще все еще на том острове. Их сдерживают пятые и РМСИшники. Может быть, тоже туда пойти? А им еще это, они еще не перешли воду. Низцы дойдут до сюда, что ты очкуешь? Тогда дошли прям до моста нахуй. ДВ сменили. Все видят? Я не видел на карте, а карты нету. 5-5-2. Весь противник на том острове, еще никто не перешел. Но, пацаны, после того, как они перейдут, следующие будете, это шутер, РБН, ну, следующая пожарка, поняли, да? То есть принимать будете вы, ну и мы. Нестор, ты как там? Нормально, отлично. Справа от меня отделение двигается, спереди от меня тоже отделение двигается. На твоем острове? Нет, на вашем. Понял, наши там. Они все перешли на ваш остров. Ну там наши, DH. Да. Чё-то тихо. Возможно, штаб уничтожен. Остав, ты нас наблюдаешь? У вас там тихо? Не совсем начали, я не знаю. Натовцы все, они здесь. Запада, точно? Да. Привет. Переправили через город? Ну, через этот. 220 от моей позиции. Понял. Это РБН с юга по нам работает, снайпер. Что-то едет. Но увазит, похоже. А, лодка, подожди, лодка вроде. ЛС, выделяйте ФРТИН с легким пулеметом, обходите через 3-ю высоту, попадайте через стратегию на северо-западе. А, лодка!
Лодка, лодка подплывает! Ветер бежит на звуки. Верха контакта, сбивай ДВС. Наблюдаю лодку! А мочи, 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 стреляй! Вижу лодку, вижу! Да, кто про лодку говорит? Где под мостом? Под мостом. Говорит ВТФ, слышали лодку, сейчас по ней работает. Выстрелили сзади. Давайте, давайте, давайте уничтожать. Там пока никого нету, по-моему, уже. ВП, ЛСАК, метки ЛС, отходите. Где, где они? ЛС, оставить ПСК. Хуй знает, вторая была. Вот на том краю высадились. Понял, да? Вот это... ЛС, прямо включайтесь через... Где он там, что ли? Где корабль? На метку Варлока. Нет, левее, левее, уже на берегу там была вторая. Сейчас привет. Где камень? Севера, севера. За камнем туда. ЛС, что бы. Ты на лодке, Форан, видишь кого? Я вообще никого не вижу на лодке. Лежами лазить. А, принято, давайте, на метку Варлока, все отделение, вижу лодку. Цепляй. Там, на первой вижу, стороне. Вижу, плывет, плывет, плывет! А, стоп, стоп, на 10, на 10! Приняли, там он. Стоп, Астас, слушай. Астас, на метку Варлока. ГПш туда, ГПш! ВТФ, что с лодкой? Место на лодке. Высадились! Место видел, видел! Место высадки, метку, быстро! Нестик, Нестик, ты живой? Да, я с ними, блядь, прям лицом к лицу столкнулся. Хуярик! Блядь, их там двое или трое высадилось! Там их хуище выдержал. Штаб, ТЛЦ, видим, по дереву. Вот это да, там, там! В вашем направлении. Штаб, метку наблюдайте! Так точно наблюдаю. ГПшем их, ГПшем. ББ говорит, да сам на выезде. Поставьте метку, враг. Поставил, поставил. Если что, я справа от моста. Меня слышно? Да. Пиздец, меня выкинуло с клиента. Бля, бля, стой, 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 нас там двое уже, двое почти. Есть, туда не подходи, там ГП. Вы можете сказать, где вы находитесь? Я возле машины. ВТФ, ЛС, внимание, одиночный противник, который будет двигаться с того направления, что и противник, это мне не нужно. Смотрите, в кого стреляете. Вот, суки, две лодки было, одна не доплыла. Вообще, это ПБ, мы подходим. Они в воде, они в воде были. Подплывать, ой, подходите. Они в ушли на метку Варлока. Ворон, живой? Живой, живой. Я у себя на базе. На месте враги только я. Я один захожу в тыл севера. Я один. Не отвлекайтесь, уничтожайте противника. Пока смотрим. ЛС-шники сюда пришли. Да, да, да. Так они вот там, да, внизу, где камни высадились? Да, да, две лодки. Одна, они там не доплыли. В одну лодку я вижу, куда они не доплыла. Да, 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 они вплавь доплыли. Я видел как минимум трое. А у вас пеших не осталось больше? А я ничего, пушком это. Там ЛС-шники идут, аккуратнее, аккуратнее, смотрите. Они заходят им, ты. Меня КПшит, значит. Отходи, отходи. Я на дороге. Понял. По своим не стреляйте, кто за мной. Смещаюсь на свою позицию. Давай. Спускаюсь вниз, за спецом. Вижу. Я справа от тебя, на другой стороне реки. Принял. Контроль, если что. Смотрим, сектора смотрим.
идет откуда? С востока или с запада? Ты врага! Вол, они у меня на метке, они у меня на метке. Уверен? Да, пиксельная каска. Да, пиксельная каска, враг. Стреляй. Пришил одного. Молодец. Там уже наши лыжники или чё? По мне огонь ранен, ухожу. Живой, Варлок? Живой, сейчас без сознания упаду. Ну ты уходи, давай. На связи? Я не пойму, откуда подходит, все ближе и ближе спускается. Куда стоит дверь? Чё? Ты вниз, да, к камням, ёлка спустился? Это я. Оно уже там, всё. Суки, в ногу ранили. Ну, на ногу будешь жить. На свадьбе живёт. Ага, вижу. Так, я возле моста. Вижу, идут. Сюда. Но я не вижу, кто ими. ББ, Заза, вы бежите там, там его, в точке ворот. Да, так точно. Или убили там всех? Нет, мы все, не знаю, там есть. Там аккуратнее, смотрите, там с той стороны тоже возможно враг. Сейчас одного убили, у нас поезд. Живой? Да. Там за камнем по воде бегал враг. Кто в красный контейнер забежал? Свои. Возле красного свои все. Спец, продвигаюсь к тебе. Нестор, живой? Серега, панам, из воды не наши, мужик! Из своей точки, с вышки. Я по сюда слышу, у меня сейчас огонь будет. Под воду зашел под плотину, кто это? Я спустился. Вижу тебя, наблюдаю. Под плотиной прям в воду нырнул? Воду не нырял, сейчас проверю, стой. Нет, я напротив вышки, вот, под камнем. Стой, стороны, ты бежишь? Вот прям туда, в воду нырнул, под плотину. Вижу, наблюдаю, не пойму. Противник на вышке. Осмотри, если что, убей. Я их расстрелял, потому что я не понял просто. Возле моста, это я нахожусь. Там просто сразу несколько отделений на северо-западе. Стреляй! Убил? Вода не пробивается, блин! Бой. У них преимущество. Замерзли. Там где-то два типа. Я на мосту. Враг под водой тут плавает. Мы заходим, смотрим. Все, всплыло. Всплыл, блин. Один был еще прям сюда, над плотиной был, посмотри там. Не наблюдаю, был, я видел двоих, но второй прям под плотину зашел. Осторожно, я по мосту к вам надвигаюсь, то есть давай. Сейчас проверим. Второй еще. Штаб говорит, так, Сапа, усиление на северо-востоке от нас. Противник, это имеет, скорее всего, два отделения там. Понял. В своих ПГшниках. Так что мне через полу. Не отпускать, Вадим. Варлок, ты на позиции на своей? Чуть своего не помню. Штаб, мы пропускаем вот мимо. Потому что мы все-таки чем пройти 12 метров. Как он здесь оказался? И второго пати. Кто там на той стороне? Квин, ты? Фил, спаси, если вдруг эта сука всплывет, спаси его, окей? Окей. Все живые? Нестер живой. Скрыша живой. Шутер! Ты что там лутаешь-то в пизду? Шутер в пизда. Кого не видно под водой. Был второй, под дамбу ушел, я лично видел. А, тут Квин с этой стороны уничтожил его. Штаб, я метку враги тогда удаляю, потому что нет никого, мы сейчас через не прошли. Значит, отходим. Пиздец, я в него весь рожок выпустил, и ну хоть бы хуй с
собачьи. Гранаты ему надо было, гранаты. Я кинул. Пожарку выбили? Пожарку не наша? На той стороне. Фил. Что-то. А что, пожарку выбили? Фил, да, живой? Там нет? Живой, живой. Чуть выше сместить контроль пожарку. Если пойдут, кричи, спускайся вниз. РБН, понял? Пожар. Принял. Там РБН и пожарки говорят. Ну вдруг чужих увидишь, каска пиксельная и М-ка. Кто-то блядь, прошел. Где эта рыбка? Задохнулась, видать, уже. В АТП спрашивают. Что там на вышке? На вышке. На самой вышке? Да. Под вышкой. Да, ЛЦ под вышкой. Принято, я с вами с пулеметом иду к вам. Лола, я все-таки одного своего хуйнул. Вышка. Да ладно. Он по мне стрелял, я его убил. Кто? Пора, дядя, потом извинишь. ЛЦ, локиш. Ну вот тут ЛЦ, подойди да извинись. Правильно, одного противника грохнули. Принял. Мины я заминирую. Давай. Че у вас тут за перестрелка с УСФ было? Так, троих убили. Вижу, тут вышечка была на елке, высадили, собственно. Мы обстреляли. Один под водой тут плавал, мы его гранатами закидали. Вода, кстати, не простреливает. Тут со мной ББшники ходят. Чего говоришь? Повтори. Со мной ББшники. Да, ну все, они подошли. А я убил капитана ЛСИшника. Противник наблюдается. Ну если он по тебе первый стрелял. Да, ну мы с ним встретились взглядом и перестреляли. Понял. В принципе, бля, этот походу утонул, он не всплыл. Гранатами его закидали, заглушили его. Не, ну один-то я вижу, а вот второй я тоже видел, что а он второй с другой стороны выплыл. Он с другой стороны его клин убил. А, все что ли? Да. Понял. Тут подрывник был. Понял. Да ладно. Да. Пиздец, мы красовы лопали. Сейчас подождем. Одного подрывника убили. Так, держим пихара, держим. Есть как-то на метке. А сам, а сколько осталось? Четверо? А может наблюдать отделение, которое ушло в сторону, через северную? Просто держаться вдали и наблюдать за ним. Да, это ГРУшник, он подрывник, слышишь? Подрывные пакеты. Надо забрать. А мы пока... Крис, заглушите УАЗ, кто УАЗик стоит? Заглушите УАЗ. УАЗик, выглядите, кто там? Сешечки, звук двигается. Если вы еще не дошли до вышки, УАЗик. Минирую территорию. Принято. Метку считал. Шутер живой? Шутера убили уже давно. Ну правильно. Нас 6. Восточного берега пройдусь. Нас 7 человек. Убейте подрывной пакет, чтобы они, если что, у него не забрали. Они не задумаются у меня проверить. Партизан, хотя я его где-нибудь могу скинуть, блядь, не принято, в укромном молодцы. Месте. Партизан, подходи с юга, партизан, только аккуратно под свой огонь пойдет. Принял. А, по возможности сними ДВС-ку, послушай. ДВС сниму, местку буду обновлять на связь. Принял. Нашу ДВС бей. Боюсь обойдут, блин. Бля, я вспотел, так там фил контролит.
Форан уже где-то здесь со мной. Нас могут с левой стороны как раз обойти. Точная пока что они не двигаются. Возможно, они разбили. Левый берег. Шутик живой, нет? Нет, нет. Хуёво. Как же его оттуда сняли-то, блядь? Оперение вокруг моста. Обращайте внимание на воду. Могут спасти. Приняли. Ну, пожарки наши, ебать. Может, свои ёбнули. РБН, поди пожарку удержи. Метка отделения? Да. Где ты, Нестер, на старой метке, где ты был, там написано метка отделения идет. Ну, тут ББшники лежат. Вот, нет, дальше ББшников расстояние 400 метров. В какую сторону? Движение вдоль берега. Принял, ББ, вы на своей метке или уже отошли? Они ББ все своей... лежат, смотрят вдоль берега. Встречаем отделение. Вот. Я буду. Я тоже по нашим минам ходит. На мосту был взрыв. На мосту был взрыв, прием. Понял. Кто они подплыли, что ли? Стрелял? Никого не вижу. Это противник по нашим позициям. Позициям ББ стрелял. Только что стрелял калашников по мосту. Куда стреляли, повторяю. Штаб, походу это меня, минера обстреливали. Я слышал, я очередь. Повторение. Бля, чуть своих не замочил. Я вижу на... А, внимание, все отделения, обратите внимание на место. На выезде кепку одну. Но не вижу сдалека я что-то. Он перебон бинтовый. А метка твоя где? Я так вижу, да? Я возле ББшников смотрел, прям возле них. Метка? Да, на своей метке. Проси у ББшников, если не пинок. Смещайтесь севернее до дороги. Принято. Не нужно лицом встречать противника, пусть через мины проходит. Ваша задача даже не на север. Уходите на северо-восток, где дорога из ГИС такой ведет. И там точно на мосту, что мост целый. ЛС, занимаем, да, занимаем фронт на запад. Раскладывайте так, чтобы вы видели, что не разделены. ББ, кто вас, стоит с той стороны моста? Не дать подойти с севера. Я. Может, я все вижу. В ВТФ сколько человек осталось на мосту? 7 человек. Принято, все, ваша задача юг и мост. Плавунцов смотреть и с юга. РБН, вы юг тоже держите. Приняли. РБН, так, от штаба поступило, держим юг и мост. Оптика, а, нет, у вас пулеметчик с оптикой. А, принято, смотрите, там РМС, один остался, идет с юга партизанец. Да. Если будет одиночная цель, смотрите на форму и на оружие. Приняли. А, так, ЛС, те, кто будет идти ровно с вами, ты знаешь, как они решили, они там не доплыли и решили вплавь доплыть, ВТФ, Варвард, ваш там на месте, что на вас стоит? ВТФ, что? Да, на связи. А, метка Варвард 666, это ваш? А, да, видать. Варл, ты... Да. Чё? Человек там находится или нет? Говори. Метка Варл 666. Вы там находитесь, нет? Сейчас я узнаю. Нет, там нет. Там только Нестер. Там я только один наблюдатель. Остальные все на мосту. Принято, убирайте наблюдателя от ББ. Там я, никого из наших не должно быть. До мин, западный мин. Принято, сейчас скажу. Нестер, уходи оттуда. Там враг, я же сказал, Нестер, сваливай! По мне работают 240 от моста, М16 работает. 240, да. А со стороны пожарки, что ли? Лежит под деревом. Да, возле берега, со стороны пожарки, только да. Ну работай, что ты? Нестер, уходи. Да, я отбегаю чуть-чуть дальше. Иди к нам сюда. Там не должно наших быть. Под елкой лежит. Блять, я не вижу. Я
стрелялся? Блять, заклинило. Нет, я не стрелял. Блять, ты стрелял меня? Да ёб твою мать, мне гранаты сюда, гранаты, не ракеты. Подствольники здесь. Я не пойму, откуда стреляют. Красный ебашит со стороны мистера, на красный. Это я по нему стреляю, я по нему. Слышу калаш назад. Кто там остался? Никого не надеюсь стреляете. На западе мистер работает трактора. Нет, я вот как мост заканчивается после моста. Нет, не по тебе. На западе. Внимание, на северной части моста, ровно на запад, слышу сова. Кто еще там остался? Убирайте оттуда всех бойцов. Внимание, ЛТ, уничтожаем все, что движется с запада. Мистер ушел оттуда. Там еще сейчас там мальчишники будут всех мочить. Нет, нет, там я тело видел, двигался там. Бля, а че мне после показывать? Ворон, ну пушки с дальномером смотрит, говорит, что там нету никого. А, внимание, 5 деления. Переходим на вражеский объект, 4 минуты штурма, будет штурм. Все укрепили. РБН, бросайте нахрен завод. Приготовились, сейчас через 2 минуты будет штурм. Вокруг дамбы, вышли. Внимание, вышли, по ДВшке доложили, через 2 минуты будет штурм. Север, ваш север, да. Северо-запад. Нет, он защитный, никто не двигается. Глухая оборона. ЛК точно так же, запад, глухая оборона. ВТФ, глухая оборона на юг. Принято. Занимаем позицию, сейчас из 2 минуты будет... Стороны моста, подвигает расстояние 100. Я бегу в сторону вас. Нет, не ты, не ты, не ты, где фаран сейчас, где фаран? Расстояние 150. Между пожаркой и берегом, блин. Тут и с левой стороны мог сейчас обойти. Распределяемся, распределяемся, блядь, не сидим в одном месте. На пожарке никого не будет, прием. На пожарке. Внимание, от моей левки на западе один боец лежит, лицом к нам, это кто? Ёбаный фрос. Ебать меня, захаешили. Ты живой? Да, но сильно коцанно, я к мосту подбежал. Беги, со давай, стороны весьма. Вижу тебя, вот я УАЗика. Забеги за синий контейнер. Подбегаю, подбегаю к УАЗику. В контейнер. Медики есть у нас, нет? Ай, синий. В контейнер давай. Это не плут там? В контейнер. Давай, посмотри. Центр медицинской помощи в контейнере. Взорвался свой пулемет, который вылетал при заходе. Принято, все отделения готовы. ББ штаба. ББ на связи. Все, у вас тихо там? Да, тихо. Сейчас подойду. Проверка КВ.
Да. Кто говорит? Проверка КВ. Кто говорит? Меняем частоту. На мет... Ой, сейчас поставлю. У нас осталось пару человек с той стороны моста. Подойди. Еще я узнаю, если там есть ребята. Кто-то у нас с той стороны моста остался? Прошу. А, не-не, у нас с той стороны все умерли. Меняем все частоту, бля. Какая частота? Говорит оса, враг. А, ну да. Вроде бы начал движение. Не знаю, сейчас я пробегусь по вам. Все отделения, боевая готовность. Встречаем противника. Фор. Сейчас двигается 145. От метки осы наш 145? Да. Барлок, скажешь всем бойцам, которые рядом с тобой, частоту. Простым голосом скажешь. Так и говори, у нас на связи кто-то уже сидит. Барлок на КВ. Скажешь своим бойцам, ой, кто там рядом с тобой, у кого карты нет. Доложишь, какая КВшка, пускай на нее перебудут. Почему на севере работает? У нас частота 100%. Что происходит? Где доклад? Кто там? Кому медик нужен? Медик, бегите в этот. Отходите к вышке. Все прикрывайте. Я думаю, на мотоцикле не получится, что уже просто присаживаюсь. Меня там на третьей точке все планировали. Весь отряд уйдет, я успел как-то отойдет. Что там у вас взрывается? Не знаю. Квин, не бегай. Прямо из-за меня бах. Квин, не бегай, говорю, займи позицию на этой стороне. И лежи. Сейчас я просто пострелю кто-нибудь, блядь. Откуда они двигаются, я так не понимаю? С запада, с запада. С запада отделения, Вицелло. Видишь, написано, что в спину точки зашли. Несколько плывут еще. Четверо. Если вам медик нужен будет, бегите на ту сторону. Там у нас Варлок, он медик у нас. Севера заходит вдоль берега. Севера вдоль берега, говорят. Вдоль берега идут. Севера. Поняли? Севера. Пулеметчик, Элфиш, пулеметчик живой у вас, оставьте его наблюдать запад. Пусть давит оттуда, чтобы они с запада не шли. Так уже было движение. А, внимание, все отделение. Пулемет легкий, американский, работает свой. Я с ним работаю на запад, на севере живой. Так, сейчас будет легкий, американский пулемет работает. Он же не сменил канал, Боб. ВДВ говорит. Оса на связи? Оса на связи. Смотрите, я работаю на запад с пулемета от своей линии. Внимательно попадите под мой огонь.
метка на севере. Запада, запада, компас, знаешь, как это? У меня компаса уже нету, где-то он пропал, не знаю. Посмотри, вот куда мой ствол сейчас смотрит, вот оттуда идут. Я понял, и туда правее тоже они отстреливают. Понял. Как дела? ББ завтра еще подходим, тоже принимаем тихонько. Давайте, давайте. ЛС, подтягивайся, держите. Флорен? Да. На той стороне моста наши? Да. Тут скипы и мы. Понял. Принято, тогда выстраивайте линию дугой обороны на северо-запад. Чтобы все вместе ходить. Я же вряд ли стоит по крупке сторонник. Если думаешь, что покинешь, сбивай ДВ. Набивайся. Принято, ухожу ДВ. Вал, прикрой меня! Варлок, по нашим кустам стреляют, слева от тебя. ЛФ, держите? Да-да-да, подтверждаю, слева ебашит нахуй, приляг. Я же сказал, с запада идут лол. Это север, лол, блядь. С запада это W, блядь, на компас глянь. Там один наш с СВДшкой, там ЛСшник. Он живой? РБН, вы ушли? Где он? Так, точно. Там противник, одного человека точно заметил, двигается. Отделение там двигается. Там несколько человек по пожарке двигаются в сторону... А, по пожарке там уже, уже враг, уже двигается оттуда. Оружие исправлено. Если дым, если на меня выйдет, то полечите. Штаб говорит, а сам варка наступает откуда? Через берег или север? Север. Привет. Севера по берегу идет противник. По берегу, севера, севера по берегу идет. Да. Чего? Севера по берегу идет противник. Докладывай по ДВшку. Вижу противник. Фран, есть оптика? Да, где? Откуда? Они там с запада идут, там ход. На берегу возле моста свои, двое. Да, да, вот замечаю движение с левой стороны по берегу. Где там? Вон оттуда на стороне. Возьми. Они отвечают, на один санк, а другой есть как-то. Ну, их там отрабатывают наши. Дальномер. Не, мне просто динамит. Ты сразу возьми. Сразу иди посмотри. Свои не свои там. Вот аккуратненько. Бля, близко. Близко, блядь, нас накрывает, жмут к мосту отходит. Смотри, сзади там тоже струна, сзади там кто-то по берегу ходит с той стороны. По той стороне наши вроде были. Посмотри, Арман. По берегу, вот видишь, там вот за этими большими камнями. А, их там уже закидали. А ты мы кто кинул на той стороне, Фаран? Это наши кидают, вот наши. Фор... Ой, каска была эта. Наша. Блять, наш шмут Форан там. Ты зеленый дым кто кидал? Если что, отступай. В итоге, короче, вы можете прикрыть. Походу, это не наши. Отступать, блядь, только в буду. Перестреляли, а я... Это точно. Сверху, блядь. Там, блядь, там сверху, сверху, пацаны, сверху М-ка ебашила. М-ка разгрантовала там. Стоит на него. Внимание, чьи бойцы на запад? Блядь, здесь нас, здесь дымом закидывают, это просто жопа. Короче, да, дымы кто откидывает? Наши нет. Да вряд ли, они наступают, по-моему, дымы они откидывают. Наши нет. О, да, они уже близко возле нас, походу. На севере там двое медиков подсвечивают вроде. Местик наблюдающий? Но не точно. Нет, все тихо. Берег.
По берегу никого. Походу по высоте, Фаран, смотрите по высоте, вот по дороге прям. Принял? А с вашей стороны? Тут я тоже иду. Да. Ваня, возможно, с мастером пожалуйста. Спереди 20, слева чуть-чуть немножко. Если у кого-то заброшенным деревом за упавшим тело пробежало, не знаю, свой нет. Я не вижу. На 340. Расстояние 50. Вот где мы возле дерева тусовались с тобой, упавшего. Там за этим деревом кто-то пробежал. Да, наверх поднялся. Смотри вверх-то нам. Вала, где я тебя не вижу? Я там же, на том же месте. Снизу? Да. Что там сверху у нас? Да, сверху пока неизвестно, но там пацаны возле моста, по-моему, наши отрабатывают. Ой. Да-да, с той стороны это, с того бугра идут. Нет, ну на той стороне моста наш. СВД хуярит, наши вроде нести. Угу. Внимание, противник 220, противоположный берег, двигает несколько человек. Подымусь наверх. Давай, Варлок, подтягивайся сюда к мосту, здесь, по-моему, движение. Я прямо у воды. Парни, мы тут свои, тут один убитый наш. Смотри, сзади тебя стреляют. По мне стреляют. Блять, огонь по нам, огонь по нам, пацан. Вот, там где ты был, оттуда стреляют, ты вовремя ушел. А тут пацана надо оживить, он еще живой. Блять, не сможешь ты его оживить. Стреляли прямо оттуда, твой, ты сейчас только ушел. Все, у Вольфика с бомбой не получилось, пошел рукопашку побивать. Ой, хорошо, граната залетела. Да, граната хорошо. Сколько у нас там? Жив еще. Еще одна граната рядом. Беги! Он еще жив? Да что это за граната, ребята? Петарды послушали. Блять, такой провал. Вольфик, тебя свои убили. Да, Вольфик Грефер. А, живой, да?
Ну а чё, Варлок не понял, как этого берём? Нестера? Не, он думал не оттуда. А откуда ещё? А он туда гранатку кинул. Да, и убил парня. Ну теперь он понял откуда. Буду сразу нырять. А чё? Он убил, что и ли? И опять не туда смотрит. Это ж твой бежал. Блин, ну это трассера. Понял, теперь понял. Хрен ты найдешь вместе. Сзади вот это обошел уже свой, правильно? Кончился ворот. В смысле сзади обошел, что говорить? Да, ну да, меня свой убил. Санер, меня Руби Варш убил. Охереть. Варл, он по мне... Он по мне пострелял, я ему покивал, развернулся, начал перевязываться, он подошел в упор и расстрелял меня. Отлично. А кто меня убил? А вот Руби Вульфик. РВЛ. Вульфик. А, Вульфик меня ёбал. Вот чё, он оттуда по вам две обоймы выстрелил, ребят. Я думал там свои, я спрашиваю, вы свои, блядь. Я уже, блядь, еле и живой уже. Беда. Мы выиграли, да? Да. Да. И... Я ещё своих убил, лол. Изи, просто изи. Блин, какой... Парни, я двоих ёбну. Я двоих чужих и двоих своих.